Меня зовут Пэм Гуд, я слесарь-водопроводчик. Я вышла замуж молодой и довольно рано родила троих детей. Я обошла все профсоюзные объединения и подала заявление. И мне повезло попасть в профсоюз слесарей-водопроводчиков. Моей задачей является изготовление сварных изделий, выполняемых на выезде. Я занимаюсь этим уже 26 лет. Я считаю, что важно иметь надежные инструменты. Они помогают работать легче и быстрее. Отсутствие правильных инструментов приведет к головной боли от начала и до конца. Я обожаю ваши трубные ключи. Я прячу алюминиевые ключи Риджит на 18-24 в своей сварочной станции, чтобы их никто не брал. Мне в самом деле нравится моя работа. Если бы мне сегодня предложили работать в офисе, я бы отказалась.